первый квартал. Исполнение бюджета за первый квартал по доходам в этом году составило 20,5%. При плане 7 293 800 рублей выполнено 6 753 800. Межбюджетные трансферты поступили полностью согласно смете распределения. При плане 2160 поступили 25%, 540 тысяч. Как предполагается, они поступают ежеквартально. Исполнение бюджета по расходам составило 22,21%. При плане 36 374 300 рублей фактически расход составили 8 078 100. На бюджетной комиссии мы рассматривали наши расходы по статье. Если кого-то еще заинтересовали какие-то суммы, пожалуйста, задавайте вопросы, я отвечу. Уважаемые коллеги, есть какие-то вопросы?